Все, давайте пробуем сыграть адекватно. Адекватная игра мне дает ВСС, Скорпион и еще один пистолет. Заставляет меня играть неадекватно, игра меня байсит на этом. Блин, я опять когда падал, не посмотрел, падалил. Падали ли сюда вообще люди? Как-то не обратил на это внимание, хотя это важный момент, на который нужно обращать внимание. Теперь бегаем без инфы. Может, можно было вообще расслабон тут поймать? Но я не знаю, не знаю никакой информации. А спонсором этого видео является букмекерская компания под названием 1xBet. 1xBet это самый надежный и проверенный букмекер. Там всегда самые большие коэффициенты и самые быстрые выплаты. Ну и супер новости насчет моего промокода. Теперь мой промокод от 1x дает вам бонус до целых 32 500 рублей на первый депозит для новых пользователей. Так что не упускайте свой шанс и присоединяйтесь. Все ссылочки вы найдете в закрепленном комментарии под этим видео. Окей, сваливаем отсюда. Надеюсь, тут будет где-то транспорт. Тут же есть спавн. Да, тут есть спавн, но тут нет машины сейчас на этом спавне. Блин, ну стандарт ситуации. Сделали бы, да, тут 100% спавн. Вот это было бы круто. А какой толк тут не делать 100% спавн? Ну, а чё? В чем проблема? Это что, сложно сделать или это нарушает геймплей как-то? Такой себе выстрел, сори. Ну, что это за дебик, я не понимаю, что это? Бот, наверное. Блин, я еще когда бежал, вот, ну, бежал, все время нормально, да? Потом такой начал что-то жевать. И ровно в этот момент появляется чел. Ну вот, я не понимаю, как это работает иногда. Повезло, что тут был спавн. Тут, ну, могло и не быть тоже спавна, как и сверху на сталбере. Но мы нашли машину. Так, мужики, сейчас еще, ну, пожую. Все равно просто едем, ничего ж не произойдет. Увел маг, это супер. Это последнее, что нам было нужно для микро-УЗИ. Теперь у нас есть прям все в этой катке. Не, комба норм, комба адекватная, ничего тут особо тоже, ну, не выдумываю. Просто максимально адекватная комба. Есть восьмерка и туман, вот эта комбинация, вот это ужасно, реально. Ждем сужения, ждем самолета, ждем, когда пропадет туман, и начнем, наверное, как-то играть. Пока что вряд ли где-то кого-то найдем, только зря бензин потратим на машине. Интересно, куда падал Георга, полили вот эти вот домики. Так, через 30 секунд сужения, давайте поедем пока что куда-то просто ближе к центру.
Классно, тут решетка. Почему? Блин, я думал, он будет наоборот назад отходить, а он отходит вперед. Чё за... Что это? Так, мужики, тут чё-то коктейль Молотова. Так, давайте что, давайте вот это вот. Вот это вот. И Больку. Больку у нас не было. Машина без колеса. Эта тачка взорвана. Триндес! Все, просто все без всего. Как же я просто качу в упоре. Забейте, походу лучший игрок с микрузи. Я вроде бы тут был, но мне кажется, тут край зоны, сейчас кто-то где-то тут появится в этом именно районе. Сейчас кого-то выцепим. Погнали. В лобби, ребятам. Опа, капец, там БРДМ летит, я так понимаю, да? Но это мы его уже не успеем забрать. Но я при этом могу поиздеваться над БРДМщиком. Ну, можем реально пофаниться. Или это дроп все-таки, подожди. Это может быть еще дроп. Он вообще падает, он как будто завис в воздухе. Да ну. Не-не-не.
Ладно, го возьмем безопасный дроп. Тот, ну, уже очевидно своровали. Я плюс даже уже, ну, не могу предположить, где. О, слева. Ну, это другой. Короче, едем за этим. Если вдруг смотрите стрим, не пропускайте эту информацию мимо ушей. Если вдруг это видео тоже, не пропускайте эту информацию мимо ушей. Вот, если дышите, ставьте лайк. Давай, давай, ну хочешь дроп? Ну да, пусть приезжай. Ты хочешь дроп? Ну тогда приезжай. На зеточке, обалдеть. Блин, тут и P90 есть. Короче, давайте возьму сейчас P90. То есть у нас, ну, будет именно, знаете, мы с УЗИ сейчас крошили. Вот и сейчас примерно такая же крошиловка будет, только с P90. То есть у нас сегодня будет вообще с разных. С разных пушек развал. Давайте попробуем теперь P90. Мне кажется, будет идеальным. Поехали. Так, слева баги. Год топ-1 за этот стрим. Удачи. Погнали, конечно, дядя, даже. Конечно будет. Посмотри, что мы делаем. Мы их именно едим, кушаем. Просто посмотрите, я даже не, ну, не выхожу с машины. Мне надо перезарядиться, у меня сейчас P90 не перезаряжено. О, поехали. Таким наклоном он ХЕ не сможет кинуть нормально, я не верю. Вот это было сложно, это уже было реально на грани. Вот, но мы совсем справились, и знаете, о чем задумался? Еще чуть-чуть покататься. Еще чуть-чуть подрайвбейть и вернуться на дроп, забрать микроузи. Потому что пульки тут уже очень скоро закончатся. Блин, может реально вернуться за микро-УЗИ? Как вспомнить, где была эта коробка? А, я походу вспомнил. Походу вот там, вот где-то вот там. Братец, передай привет Артму и скажи ему вылезти из-под каблука в пук. Пашка его там очень ждет, спасибо. Спасибо, мужик, за... На тесто и топ.
Спасибо. Что за дудос вообще сейчас с донатами? Мужики, после катки сейчас всем разберемся. Спасибо огромное каждому за поддержку. Вы что, с ума посходили, ну? Да ну нахрен. Так, все, сейчас главное, не теряем вот эту вот внимательность, катка хорошая, можно завершать. Так, это где-то по мне, вот когда стреляли с той стороны, это вот это вот здание, да? Ну, там, я так понимаю, драки, там сейчас здание занято. Анализ. Сейчас именно битва голов происходит. Привет. Хорошего настроения. А почему не рейд? Дядя, спасибо за донат. А, да не знаю, просто в этом сезоне играем по блосике. Спасибо. Это какой-то рейд, просто именно реально агрессивный. Мужики, сейчас со всеми донатами после каточки разберемся. Спасибо за поддержку. Это нужно уже прям именно потеем. Если кто-то спросит, как я сейчас вышел под вот этого типа, который перебегал, ну, то есть кто-то сейчас заподозрит, допустим, в чите, я вам скажу. Я почувствовал, что он будет там. Ну, без прикола говорю, я почувствовал. Я, походу, именно профессионал. Так, 5 живых. Позиция у нас отличная. Я не знаю, что со мной, мужики, я, походу, именно просто бахнулся. Ну, это все, забейте, мы сейчас, походу, выносим эту катку. Блин, лишь бы не закрысили. Но я вот край зоны, честно, все время смотрю, как видите, именно перепроверяю, даже уже в 10-й раз, когда до этого проверил. Переживаю за ситуацию. Хочу железобетонно выиграть, хочу железобетонно вот это на канал, вот эту мясорубочку. Значит, надо для начала, конечно, выиграть. Ну, я не знаю вообще, где типов ждать, засели, гады. Я один бегаю вообще, я уверен, я сейчас один бегаю. Типа, все кто-то, ну, либо сидят, либо лежат. Либо спят. Так и что? О, смог, нифига, я даже не слышал настолько далеко, что не слышно. Ну хотя да, это в принципе очевидно. Окей. Так, вернемся наверх. Не будем зачекиваться в одну сторону. Это мы сейчас сами себя сливаем. Смотрим все стороны. Ну, выходим. Ой, дом вообще выходит из зоны, триндес, а где они вообще все? Смотри, тут еще противников типа, ну осталось 3. Это не ультра мало? Ой, неужто там все время был? Не, никак. Так, ладно, одного мы заспотали сейчас. Что-то мне кажется, нас тоже заспотал. Нет, не заспотал. Третий шлем. Дебил, ну нафига. Ну я и, конечно, баклажан.
Давай, взорвись. Один противник. Сюда. Давай в топ-1, а последнего гранаты забери. Микрочеллендж для тебя. Гранаты? Хорошо, попробуем, посмотрим по ситуации. Спасибо, спасибо за донейшн. Микрочеллендж, говоришь? Ну, давай. Ну, я реально постараюсь, постараюсь. Вообще, хз, мужики, где может быть еще игрок? А, вижу. Блин, ну гранаты, он ультра далеко, трындец. Не, ну походу... А теперь просто, просто скажите, я чё, я не завозчик контента? Мне кажется, я просто фура, фура с контентом. Что было в этой катке? Я ещё сделал микро-челлендж подписчика. Ядрись колотить! На канал, на канал. Эту крошку на канал отправляем просто прямым, прямым ходом.